методы, которые совершенно необычные, и они не поддаются, ну вот, совершенно никакому объяснению. Один из таких методов целительства — это метод двух чашек или двух стаканов. И он действительно очень функциональный, я о нем рассказывал еще там в 2012-2013 году, потом он как-то отошел. Там я давал целые идеи или целые программы, как использовать данный метод. Наверное, вы помните, если у вас запор, необходимо взять один стакан полный, один пустой, переливать 40 раз, 41 стакан выпить. Ну, не стакан, а воду, которая находится в стакане. И таким образом запор лечится. Но, оказывается, существует еще и метод лечения с помощью двух стаканов. Необходимо взять два стакана и переливать, и произносить. Водичка, вылечи мне печень, помоги моей печени избавиться от желчи, восстанови билирубин, пусть у меня ножки перестанут болеть, пусть те микробы, которые находятся, отпустят или выйдут из моего организма, пусть у меня психика восстановится и так далее. Ну и вот так делаете долго. Засекайте время от 1 минуты, ну и хотя бы до 10. Если делать так утром и вечером, увидите, насколько будет иметь мощный результат. Это тоже связано, я так предполагаю, опять-таки, не доказать, не опровергнуть такие системы невозможно, они не воспринимаются наукой. Тем не менее, можно гипотетически предположить, что это дополнительно стимулирует наше подсознание или каким-либо образом работает на наш элемент такого целостного восприятия мира. И когда есть такой тип людей, которые не доверяют, не верят ни в сознание, ни в подсознание, ни во что. Ну а в воду верят. И потом они переливают и говорят, ну а вода мне помогла. Вот Дуйко руками махал, там что-то просил, ничего не помогало, стаканчик попереливал и начало помогать. Я могу сказать, что мне нравится работа с водой вот таким образом. Это занимает немного времени. И человек может очень эффективно себе помочь.